добрый вечер, уважаемые гости нашего сегодняшнего концерта. Мы рады приветствовать вас в нашем уютном зале городского дома культуры. Наш сегодняшний концерт посвящен песням из репертуара замечательного человека, певца и актера Леонида Утесова. Но перед началом хотелось бы познакомить вас с участниками нашего концерта. Разрешите вам представить музыкантов нашего коллектива. Встречайте, Александр Воробьев, барабаны. Кроме ударных инструментов, Александр также играет на альт-саксофоне, баритоне, поет песни. Свободное от работы время занимается сельским хозяйством у тещи в деревне. Любит кататься на коньках, лыжах, велосипеде, машине, лошадях, качелях, трамваях, поездах. В общем, на всем том, что движется и приносит удовольствие. Является душой коллектива и веселым человеком. Следующий участник. Илья Щетинин, туба. Свободное от работы время Илья сочиняет свою музыку, играет на гитаре, любит готовить и вкусно поесть. По утрам будет соседи, играя на своем любимом инструменте. Соседи ласково его называют «человек-пароход». Следующий участник нашего коллектива – Дмитрий Гаврилюк, гитара. Человек-легенда. Где только и с кем только он не играл. Кроме своей любимой гитары, Дмитрий также играет на банджо, рояле, поет, занимается спортом и является обладателем очаровательной улыбки. Следующий участник нашего коллектива – Андрей Куприков, кларнет. Это уникальный человек. Кроме профессионального владения своим инструментом, он увлекается философией, изучает Гурджиева, занимается йогой, может без труда в лютый мороз ходить в одних тапках. В совершенстве знает устройство тепловоза, так как раньше работал помощником машиниста. И может рассказать много замечательных и веселых историй. Следующий участник нашего коллектива, а вернее участница, Татьяна Подсурковская, труба. Эта девушка не только красавица, играющая на инструменте, но еще и имеет высшее историческое образование. В свое время на практике в институте, во время раскопок стоянки древнего человека, нашла древнюю трубу, отмыла ее, восстановила и пошла на ней учиться. Именно эта труба сейчас у нее в руках. Следующая участница нашего коллектива – Валентина Иван, саксофон-баритон. Обаятельная, привлекательная девушка, любящая поэзию и музыку. Увлекается спортом, занимается плаванием, с легкостью может обогнать катер, стоящий на якоре. Имеет два музыкальных образования по классу фортепиано и саксофона. Выступает с сольными концертами в дуэте с Татьяной Подсурковской. Следующий участник нашего коллектива – Павел Карабухин, труба. Разносторонний человек, виртуозно владеет своим инструментом и техникой двойного, тройного и даже четвертного стаккато. Увлекается рисованием на обратной стороне нотных партий. В юности увлекался армрестлингом и китайской гимнастикой. Любит веселую компанию и всегда может дать ответ на любой вопрос. Еще один участник нашего коллектива. Встречайте! Евгений Носач, баян. Добрейший души человек, целеустремленный, любящий свое дело, имеющий высшее образование по классу баяна. Виртуозно владеет как баяном, так и бас-гитарой. Кроме того, у него сегодня особенный день. День рождения. Желаем ему семейной расчетки, здоровья и исполнения всех желаний. Участники нашего сегодняшнего концерта. Образцовая детская эстрадно-джазовая студия при оркестре Амур Джаз Бэнд и их прекрасный руководитель Олеся Анганзорова. Это человек, собравший вокруг себя одаренных детей нашего города, обладающий огромным терпением, великолепным голосом и, конечно, талантом преподавателя. Ее коллектив не раз выступал с успехом на площадках нашего города и еще не раз будет радовать нас своими выступлениями.
Следующие участники нашего концерта. Наши солисты Эльвира Габараева и Дмитрий Хмаров. Сказать о таких красивых и талантливых людях, обладающих великолепными голосами. Только лучшие и добрые слова. Это люди, которые не только красиво поют, но и умеют достучаться своими песнями до сердца каждого человека. Я думаю, вы все поймете о них сами, услышав наш сегодняшний концерт. И, наконец, следующий участник и руководитель коллектива Александр Гудимов, тромбон. Можно о нем сказать? Да ничего. Пускай он сам скажет. Александр, что вы хотите нам сказать? Я хочу сказать добрый вечер, и мы начинаем наш концерт. Удел немногих еще при жизни превратиться в легенду. Удел единиц после смерти через десятилетия трескучий шорох старых пластинок проникать в сердца миллионов, достучаться до каждого из них. Музыканты амурского Диксиленда попытаются сегодня передать невероятную теплоту, свет и оптимизм, исходящий от оригинальных композиций Леонида Утесова, и окунут вас в поток приятной ностальгии во времена детства и юности, когда музыка выходила на пластинках и была настоящим глотком свободы, как и весь лучший джаз Утесова. Вы услышите любимые произведения, а местами сможете подпевать знакомые песни. Леонид Утесов со свойственным ему чувством юмора и самоиронии говорил: «Голос тот же, как не было, так и нет». Но тут же добавлял: «Я пою не голосом, я пою сердцем». На сцене солист оркестра Дмитрий Хмаров с песней «Сердце». Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося на горе сон, когда он влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сном золотым. Ах, эти дни былого счастья нам с вами будем вспоминать, и словно луч среди ненастья нас с вами будет озарять. Опять, опять, и сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо, что ты такой.
огромное солнце и галька на пляже, шаланды, гудит пароход, трактиры и раки, и пиво в продаже, Одесса с собою зовет. Пролетка. Извозчик, давай по бульвару. Извольте, гнедая, пошла. Какая же вырос прекрасная пара, нам все говорили вчера. Я буду о вас обязательно помнить, и вы не забудьте меня. Отходим, осталось мне только запомнить Одессу вчерашнего дня. Огромное солнце и галька на пляже, укрыт синевой небосвод. Я был с вами рядом, и это лишь важно. Протяжно гудит пароход. На сцене Дмитрий Хмара с песней «Пароход». Пел не голосом, а душой. Не имея музыкального образования, одесский самородок покорил сердца буквально всех жителей СССР. Про его жизнь рассказывали несметное количество баек. Ведь одесситом он оставался всегда. Вот одна из них. Леонид Осипович, ваш оркестр называют театральным джазом. Как вам удалось собрать музыкантов, каждый из которых является актером? Утесов отвечал: а я удвоил зарплату тем, кто проявлял актерские способности. И уже через 2-3 недели почти все оказались очень способными. Песня «Муму» исполняют солисты оркестра Дмитрий Хмара и Эльвира Габараева.
моих ты съела мечты. Карета подана. Прошу вас, господа. Я прокачу в последний раз вас по Арбату. Вы уезжаете, возможно, навсегда. Я не возьму с вас, господа, большую плату. И улыбнувшись нам с крутого облучка, он дал команду. Эх, пошла, родная! И кони слушались лихого мужичка. Неслась навстречу нам Арбата мостовая. Песенка старого извозчика исполняет Дмитрий Хмара.
Ты сказала, приду на свидание в 8. Жди у Никитских ворот. Как заманчиво ожидание, если веришь, что скоро придет. Слишком медленно движутся стрелки. 8, 9, ты все не идешь. Опустели на сквере скамейки, начинает накрапывать дождь. Неудачное свидание. Поют Дмитрий Хмара и Эльвира Говораева. Экранах в 1934 году фильма «Веселые ребята» Леонид Утесов считался исполнителем блатных песен. Поэтому в 1934 году главрепертком запретил исполнять концерты и изъял из продажи пластинки с записями таких песен, как «Гоп со смыком», «Лимончики», «Публички», «У самовара». Однако на закрытых концертах, где присутствовало партийное руководство страны во главе со Сталиным, он эти песни пел, притом по просьбе самого вождя. Несмотря на положительное отношение к творчеству Утесова, Сталин не баловал его наградами. Так за фильм «Веселые ребята» Любовь Орлова получила звание заслуженной артистки РСФСР. Режиссер Григорий Александров – орден Красной Звезды, а Утесову вручили фотоаппарат. Глухая тоска без причины. И дум неотвязную гар. Давай-ка наколем лучины, раздуем себе самовар. За верность старинному чину, за то, чтобы жить не спеша. Авось и распарит лучину, хлебнувшая чаю душа.
Песня «У самовара я и моя Маша» исполняет Дмитрий Хмара в сопровождении оркестра «Амурский диксилент». Совсем уже темно, как в самоваре, как и мистрес наша, смеется месяц ласково в окно. Маша чай не наливает, а взгляд ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, в прикуску чай мы будем до утра. Помогает поднять настроение. С его именем связаны праздники и радость жизни. Это был человек, который любил жизнь и помогал любить ее своим друзьям, знакомым и почитателям. Все будет хорошо, ты только в это верь, ведь счастье, что ушло, опять стучится в дверь. Все будет хорошо, все к радости пути. Старайся всей душой не плакать, а цвести. В окошко посмотри, то снег, то дождь пошел. Прекрасен этот мир, все будет хорошо. Встречайте, на сцене Дмитрий Хмара и Эльвира Габараева. Песня «Все хорошо, прекрасная маркиза». Алло-алло. Какие вести, давно я дома не была. 15 дней, как я в отъезде. Ну как идут у нас дела? Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза. За исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело. Кобыла ваша околела. В остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. О, ужасный случай, моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза.
Костя, все хорошо, как никогда. К нему скорбить от глупого каприза, ведь это право ерунда. С кобылой что? Пустое дело, она с конюшнею сгорела. В остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. О, мутится разум, какой неслыханный удар. Скажите мне всю правду разом, когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза, и хорошо у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорело что с конюшней вместе, когда пылало все поместье. В остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. О, сгорел наш замок, а для чего мне тяжело? Я вне себя, скажите прямо, как это все произошло. Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынесет подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвому печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер и запылал, как костер. Погода ветреной была, ваш замок выгорел дотла, огонь у сами все спалило, с ней конюшня хватил. Конюшня закрытой была, а в ней кобыла умерла. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Однажды у Утесова спросили: Леонид Осипович, а почему у вас в оркестре не видно женщин? Отстаете от времени. На что Утесов ответил: я вовсе не против уравнивания прав мужчин и женщин. Но если я возьму в оркестр красивых женщин, то это будет мешать музыкантам и отвлекать их. Если же там будут сидеть безобразные женщины, то это будет мешать мне. Поэтому, как поется в песне, первым делом самолеты, ну а девушки потом. Встречайте на сцене Дмитрий Хмара с песней «Первым делом самолеты». Мы друзья, перелетные птицы, только быт наш одним нехорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты, а девушки потом. Первым делом самолеты, а девушки потом. Нежный образ в душе ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты, а девушки на том. Девушки потом. Вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат.
В этот прекрасный вечер мы не можем обойти лирическую часть репертуара Леонида Утесова. В конце 50-х годов Тихон Николаевич Хренников отдыхал в санатории Барвиха. Там же был режиссер Георгий Александров. Он как-то в разговоре предложил композитору написать музыку для его нового фильма «Русский сувенир». Хренников согласился и набросил одну мелодию. Но потом отдых закончился, Тихон Николаевич должен был уехать в командировку и передал работу над фильмом Кириллу Молчанову, а про мелодию просто забыл. Через некоторое время, в 1960 году, к нему обратился Леонид Утесов с просьбой написать песню для его юбилейного концерта. Тут Тихон Николаевич вспомнил про эту музыку и предложил ее певцу. Тому мелодия понравилась. Михаил Матусовский написал слова, и песня стала хитом. Песня «Московские окна» исполняет Эльвира Габараева. Под окном твоим хочу стоять, как на свет его лучей. Я всегда спешу быстрее, как на свидание к юности моей. Как на свет его лучей. Я всегда спешу быстрее, как на свидание к юности. Московских окон.
как родный простой запевала. Я шел с ним сквозь ветер и дым, а голоса кольня вокала. Я пел ее сердцем своим, я песни отдал все сполна. Так кем же был Леонид Утесов? Утесов – это песни, проверенные временем. Он был неординарной личностью и прожил долгую жизнь, нажив себе немало друзей и врагов повсюду, от кинобогемы до политбюро. Народная популярность его была фантастической, что объясняется природным талантом, особым творческим чутьем и, конечно, большим сердцем этого артиста. В песнях Утесова всегда особая атмосфера. Приятный тембр его голоса передает нам доброту этого удивительного человека, в которого была влюблена вся страна. И когда мы поем его песни, на сердце становится легко. Легко на сердце от песни веселой исполняют образцовая детская эстрадно-джазовая студия при оркестре «Амур Джаз Бэнд», руководитель Олеся Анганзорова, а также Дмитрий Кмара и Эльвира Габараева, сопровождение оркестра «Амурский диксилент». Легко на сердце.
президент Александр Кудимов со своими артистами Дмитрий Хмара и Эльвира Габараева. Самые лучшие дети на свете при оркестре Муржавы под руководством Олеси Анганзоровой. И все-все, которые люди играли для вас, с большой душой. Дорогие друзья, наш концерт завершен. Небольшой концерт. Но скажите, пожалуйста, если бы мы этот концерт повторили, вы бы еще раз пришли сюда? Знаете, почему спрашиваю? Потому что вы здесь сидели, а на улице стоял народ с той стороны, и с той билетов не хватило, еще человек, наверное, 30, и просили еще повторить концерт. Поэтому я спросил, можно ли его повторить? Значит, мы его повторим. Согласны? Ваши аплодисменты. Песню на бис, как обычно. Все так быстро и скоротечно, что времени не хватает, а душа отдыхает. Согласитесь, да? Сейчас мы в духовку зайдем. Да, и, дорогие друзья, пользуясь случаем, пока артисты готовятся, я приглашаю всех 20 мая в большой зал АКЦ, где будет посвященный 50-летию БАМа большая концертная программа. Будет работать наш оркестр Амур Джаз Бэнд и все-все наши солисты. Алло, какие вести, давно я дома не была. 15 дней, как я в отъезде, но как идут у нас дела? Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша окамела. И в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Ужасный случай, моя кобыла умерла. Скажите мне, наверное, кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. С чему скорбить от глупого сюрприза, ведь это право ерунда. Кобыла что, какое мело, она с конюшнею сгорела. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Мутится разум, какой неслыханный удар. Скажите мне всю правду разом, когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгоняла что с конюшней вместе, когда бывало все по месье. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Но сгорел наш замок, как-то чего мне тяжело. Я вне себя, скажите прямо, как это все произошло. Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что зацепил себя и вас. Не вынесут подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвому в печи, он напрокинул две свечи, попали свечи на ковер и запылал, как костер. Погода ветреная была, ваш замок выгорел дотла. Огонь у замка все спалил, а с ней конюшни охватил. Конюшня закрытая была, а в ней кобыла умерла. Прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. А вас так, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Эльвира Габараева. Амур Диксилент. Амур Диксилент, Эльвира Габараева, Дмитрий Хмара. Амур Диксилент под руководством Александра Кудимова. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, ну что ж, мы определим дату нашего концерта. Следите за объявлениями. 20 мая у нас еще концерт получается Амур Джаз Бэнда. И уже 9 июня будет еще концерт замечательных девушек Иван Валентины и Татьяны Пацурковской. С новой концертной программой они нас будут радовать популярной музыке. До новых встреч, ваши аплодисменты и фото на память.